Вы не поверите, но мы сейчас находимся в туберкулезном диспансере. Здесь какое-то время назад он был закрыт из-за того, что тут туберкулезная палочка. И мы без каких-либо мер предосторожности его изучаем. У нас так получилось, что мы сюда попали. Это очень сложно, но это рил возможно. И тут реально клево. Леха. Тут пипец. Главное тубиком не заболеть. Мать моя женщина. А отец мой девственник. Вот это руины. Ай, я немножко слон. Меня Смирнов, царствие ему небесное, когда-то упрекал в том, что я слишком громкий. Я реально громкий. Бля, вот и ёбки-то, смотри, что они сделали. Школьники, суки. Заколочено. Во, дальше. Да, нам круто повезло, но на видео это не говори. В общем, нам так повезло, что нас сюда пустили и... Зачем я это говорю? Короче, я это вырежу. В общем, мы находимся в туберкулезном диспансере. Уди, какой милоха. Уди. У меня же. Мы находимся в туберкулезном диспансере. И все, что мы видим, пошли на второй сразу, по-моему. Он более цивильный. Шприцы валяются, лампы. Леша, давай не будем шуметь. Ага. Давай договоримся сразу. Мы не шумим, да? Как правильно собрать мокроту? Вот, инструкция для тех, кто хочет собрать мокроту. Если вы собираете мокроту, воспользуйтесь этой инструкцией. Здесь ловить нечего, в принципе, я думаю. Угу. Пошли дальше. Там тупик. Как ты тупик? Мы там заходили вообще-то. Ты что, болеешь, что ли? Леша, у нас 10 минут. А что там вообще? А, тут это. Карты, все дела. Угу. Причем все уже ушатано в хлам. Слушай, это надо сфоткать, кстати. Двигайся! Рюмка водки на столе. Я сфоткал. Go дальше. У нас осталось там всего ничего времени. Мы должны за определенное количество времени пройти этот объект и полностью поснимать все, что здесь мы увидим. Поэтому, простите, друзья мои, без всяких разглагольствований, мы просто снимаем и идем. Ой. Ну и вот же, бля. Туберкулезная палочка. Ой, что у нас тут? У нас просто комнатка. И комнатка номер 2. И шкаф. И опа, что я вижу? Аптечка первой помощи. Отлично. Есть аптечка первой помощи, Леш. Значит, есть еще? Горбачев. Горбачев есть, да. И что тут ничего интересного? Больше ничего интересного, гоу дальше. Погнали. А рюмка водки на столе. Детское отделение, между прочим, детское отделение, друзья мои. Детское отделение. Собственно, мы находимся в детском отделении. Как я прочитал, ух, гость. Леш, тут был пожар. Тут был пожар. Там тоже? Сильно? Но там-то вообще все черное. Не, здесь не было особо пожара. Тут так херня. Че тут? Все облезло, я не знаю. Я думаю, скоро это рухнет все. Ну, не исключено. А, может быть, даже под нами. Ну, нам терять, собственно. Я пытался открыть дверь. Почему сломать-то, господи? Тебе лишь бы что сломать? Смотрите на этого идиота, ему лишь бы что сломать. А рюмка водки на столе. Че тут? Вешалки. Охренеть. Тут есть вешалки. Вау. А есть противогазы. Всякие разные аптечки. Первой медицинской помощи. Ключи вот есть. Медицинская карта амбулаторного больного.
Открываем, а тут пусто. Неинтересно. Вау, они все документы с собой забрали? Конечно. Тут особо смотреть нечего. Она, видимо, просто переехала. Она не просто закрылась, она переехала. Переехала, ехала, ехала. И, блядь... Баян все-таки, баян. Ой, баянище, кстати, прикольно, на самом деле. В этот баян еще надо было попасть, умудриться. Че, тубиком заболеем, Лешка? Не знаю, я в маске. Ха, твоя маска тебя не спасет, поверь. Маска, не маска. А пособие по математике тебе по-любому поможет. Да. Вот это стопудово. А рюмка водки на столе. Погнали. А рюмка водки, кстати, поможет от туберкулеза, кстати, между делом. А по времени у нас осталось, кстати, 11 минут еще, чувак. Бля, мать моя женщина, тут еще есть подъем наверх. Есть, блядь, третий этаж, на который хуй поднимешься, но тут должно быть что-то интересное. И что же тут? О! Да ладно, шучу, конечно, тут ничего нету. Тут просто чердак и... Тут просто чердак. Кстати, Леша, аккуратнее, там, ты же видел, какие потолки, лучше по балкам ходи. Кстати, на будущее, друзья мои, если вы находитесь на заброшке и находитесь на вот таких древних зданиях, лучше ходите по балкам. Балки, они намного прочнее, чем вот эта херня, на которую вы наступаете. В эту херню можно провалиться на предыдущий этаж. А по балкам что? Вы никуда не провалитесь. И, кстати, Алексей, обратите внимание, тут растет трава. Тут уже все, это уже баян-баянище. Мы попали с вами на баянище. А вот, кстати, о чем я говорил, Алексей, смотрите. Провалился? Ну, кто-то, видимо, да. Ну, смотри, дрень, на второй этаж. Ты видишь это? Да. Ну вот, вон. Скоро рухнет. Скоро рухнет, поэтому я говорю, что вот на эту штуку лучше не наступать. Только по балкам. Зато наглядный пример, как лучше не делать. Пойдем, Алексей. Угу. Мы же молодцы. Мы отсняли вам охуительное видео. А, диспансере какой там номер? 10. Диспансер номер 10 в городе Москве. Туберкулезный диспансер, собственно. Я думаю, что мы не первые и не последние, кто это снял. Но, тем не менее, мы это сняли более, блядь, позитивно. Я чуть не наебнулся. А мы отправляемся в освояси, потому что, ну, время уже поджимает, время уже поздно ночь. Конечно, хотелось бы пораньше это сделать, но, бля, вы сами понимаете. Мы свои дела сделали. Лайк, подписка на канал, сами знаете. До скорой встречи. Всем пока-пока.